Этой трагедии, друзья, плачет вся Россия. Вчера вечером в Санкт-Петербурге на одном из частных корпоративов произошло нападение на известную российскую певицу Ирину Дубцову. Сообщается о том, что нашу певицу избила пьяная фанатка. На данный момент пьяная фанатка уже задержана и дает признательные показания в полиции. Сама же Ирина Дубцова находится в больнице с серьезной травмой головы. Ее концертный директор сообщает о том, что в этом году, скорее всего, Ирина Дубцова уже не выступит на территории России. Завтра рано утром, друзья, шокирующие подробности поступят в наш адрес, и мы об этом сообщим вам на нашем канале, в нашем новом выпуске. Не переключайтесь, смотрите наши новости каждый день. Я благодарен вам, друзья, за вашу поддержку и за ваши просмотры. До скорой встреч. Берегите себя, родных и близких, друзья.